Итак, всем трем и доброго времени суток от канала. Ой, Дмитрий, ой, и ленивый я. Если уж тебя каким-то чудом сюда занесло, то поставь лайк, дизлайк, напиши что-нибудь в комментариях, на канал подпишись. А как тут видео до конца досмотри. В общем, поучаствуй. Тебе не сложно, а мне приятно, мне поддержка. А мне мотивация. Ну, в общем, это и так все прекрасно знаете. А кто не знает, тем добро пожаловать. И мы продолжаем играть в GTA. И сегодняшнее видео, я думаю, как минимум одно или два посвятим такой замечательной штуке, как доисследование города. То у нас тут осталось как буквально пару кусочков. Мы сейчас за кого, кстати? А, Франклин. Наш друг. Наш главный герой за номером... Так, номер один, получается, да? По-моему, да. Мы же с него стартовали. Вроде с него. Денег у Франклина нет нифига. Ну, это нормально. Ну, в смысле, это не нормально. Это нормально. Может, для Франклина это не очень нормально. А вот для меня, играющего за Франклина, это, блин, норма. Во всех смыслах. Так. Кстати, поздравьте меня. Я, кажется, понял, почему на моем канале была проблема с приростом подписчиков. Все дело в комментариях, которые я оставлял, и которые, похоже, все поголовно улетали то ли в спам, то ли еще куда-то. В общем, ребята, не играйтесь с цифрами в комментариях. На полном серьезе, я очень сильно благодарю, у меня был один подписчик. Че, он есть, наверное, или она? Блин, забыл уже. Черт. Вот я тот комментарий, к сожалению, найти не смог, в чем проблема. Поэтому не могу сказать точно кто. Комментарий был давно, и что-то, когда я пытался его разыскать, у меня там нахрен все подвисло. Ну, именно вот эта вот строка с комментами, она как-то очень сильно глючит, начала. Вообще у меня проблемы с комментариями. Вот. Хочу поблагодарить очень сильно, потому что этот человек, он, ну, указал мне, что, типа, чувак, вот то, что ты делаешь с этими числами, не надо так делать. Вот. Я так перестал делать, и у меня начался прирост подписчиков, вообще как-то активность на канале увеличилась. Так что, похоже, человек был очень сильно прав, за что я ему или ей сильно был. А он все-таки она. Блин, вот я помню, что коммент был. Ну вот, чей это был коммент, я не помню. Зараза. Ну, в общем... Ну, короче, ой, фига себе какая штука. А что, тут можно так? Вас понял. Сейчас. Вот. В общем, спасибо огромное. Человек, если посмотрит это, он знает. Сверхспособность Франклина. Конечно, мы используем. О, нифига себе! Хорош, стой! Как этим управлять? Черт, как... Ох ты ж, блин. Надеюсь, не взорвется. Офигеть. Ну ничего. Да ладно, если я еще на 4 колеса сейчас приземлюсь, это будет что-то с чем-то. Вот это подлет. Да ладно. Так, ну есть... Нет, вероятности уже нет. Ах ты ж, блин, нет, 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 нет. Взорвусь, ох, взорвусь. Точно взорвусь. Ай, точно взорвусь. Блин. Нет, я живой. Класс. Это было супер. Так, давайте-ка мы еще немножко... Я так понимаю, на территорию аэропорта нас особо-то не пустят, да? Ну, точнее, пустят, но... Как бы это сказать? Ага, дверца открылась. Простите, можно заехать? Вы не против? Нет, да? Ну ладно. Я не хочу опять 5 звезд. О, можно? Ой. Да выключить. Спасибо, сэр. Вы очень добры. А мне точно можно? А то у меня в прошлый раз... Да чтоб тебя, козел ты, ёк-каламане, а! Тебе какого дьявола? Поеду тогда по аэропорту хоть покатаюсь. Ну ты скотина, какого ж ты дьявола мне опять дверь-то открыла? Я не люблю эту игру. Вот не за это не люблю. Ух ты. Это самолет Тревора, недостроенный. Ну, кстати, ладно, 3 звезды это не 5. Это все-таки еще как-то можно пережить. Отчасти, наверное, как-то. Кое-как. Отстань. Плохой вертолет. Плохой вертолет. Плохой вертолет. Плохой вертолет.
Мне брони нет, вот в чем проблема. То есть я бы особо так не парился, но у меня нет брони. Саусим. И денег на ее покупку. А, тут теоретически можно подъехать со стороны пляжа, да? То есть, чтобы, так сказать, не терять. Да отстань ты, а? Я тут как-то ничего особо интересного не наблюдаю. Ну, то есть, она, наверное, где-то что-то тут есть. Так, ну сейчас я от погони уйти вряд ли смогу. Просто потому что... Здесь подъем наверх. Просто потому что. Поехали, ребят. Вот это спасибо, милый. Вот это, Франклин, ты молодец. Ну вот именно здесь надо было занестись немножко. Просто красавица. Не хочу, вы меня убить пытаетесь. Серьезно, они прям все меня догоняют, да? Я прям вообще от них уйти не могу. Попробуем спастись. Да, это ускорение дает. Ну, то есть, Франклин получается очень хорош именно вот при таких вот многозвездочных ситуациях, да? Потому что, если подумать, стрельба Тревора как-то не очень сильно спасает. Если на тот самолет можно сесть и взлететь? Ну, потом разберемся. Я думаю, тут будет возможность входить в аэропорт без получения этих звезд дурацких. Ну, должна уж быть такая способность. Так, надо уходить из аэропорта. Пока, ребята. Спасибо за прием. Было очень... Да чтоб ты сдох, скотина, а. Так, надо прятаться. Где-то надо ныкаться. Тихо. Потеряли вы меня. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Да, ребят, меня тут нет. Вот так. Блин, все еще три звезды. Сделай, ну давай, есть. Ну да, то есть способность Франклина очень хороша. Да, кто это? Я слышал, ты гоняешь, хочешь экстрим, приезжай в аэропорт сегодня вечером. Здрасте. Я только что тут был. Ну, понятно. Попробовать, что ли? Так, минуточку. А где у нас этот инвестиционный, как его там? Вот. Нет, да, мое. Как все печально. Ничего у нас в итоге. Сплошной минус, да? Да. А, то есть мы тут даже немножко заработали, да? Вроде бы. Ай, ладно, пусть пока не висит, ничего не понятно. Выход. Так, ну давайте погоняем. Чё так вот? Блин, эта машина мне очень нравится, но она, скорее всего, для гонки вообще не подходит. Вот это похоже на гоночную. Ну-ка, сейчас посмотрим. Ну, в целом, да. Немножечко. Есть ощущение, что это все-таки гоночная машина. Ладно, давай газанем. Слышал, говорит, ты сегодня гоняешь. Да, ты правильно слышал. В аэропорту я сегодня как раз и гоняю. Так, ну аэропорт мы, в принципе, осмотрели. Остался вот этот кусок и вот этот. Я хочу его все-таки осмотреть. Здравствуйте. А у вас... Да ладно, серьезно. Вот это обидно, конечно. Ну ладно. Тогда поехали. А, блин, не то, извините. Все правой кнопкой пытаюсь выделить. Поехали вот сюда. Ага. Поехали туда. Штука баксов. Подождите, если я штуку плачу, то это что, 500 выигрываю? У меня там, по-моему, побольше был. Ну ладно. Пусть пока эта гонка остается тут.
тысяч долларов. За что? За участие? Да я ж победятел великий. Я ж победюк. Я ж забыл включить будильник. Победюк, блин. Так, один момент. Да, включил будильник, все поставил. И, кстати, вспомнил, кто мне ставил этот комментарий. Как раз сейчас вот зашел там, выложил этот видюшку, Comic Zone, первое видео по 16-битке. Ой, ну, в смысле, 16-битная игра, Comic Zone, первое видео по этой игре. Вот, после Бугермена. Вот, и там как раз стоял комментарий, канал Family Life называется. По-моему, не оттуда прилетел этот комментарий по поводу цифр. Рекомендации, совет. Вот, в общем, если это так, то канал Family Love, гигантский респект. Спасибо, что подсказали. А то бы я так еще долго тупил. Я себя знаю. Я в некоторых вопросах крайне упертый товарищ. Так, куда же это мы приехали? Опять какая-нибудь зона, в которую ездить, блин, нельзя. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Да вроде ничего такого. Вообще, кстати, любопытно, да? Мы вроде в таких вот на таких территориях. Нет. Идите нахрен, все, больше мне таких приключений. Нафиг не надо. Как красиво. Не знаю, они как так стоят все тут. Ой, там даже музыка какая-то хорошая. Да ладно вам, я же не заезжал на территорию. Чё сразу истерить-то? Ну, угнал машину, и чё? Я ж свою оставил, вон пусть её заберёт. Так, Pacific OLED Shipyard. Интересно. Pacific OLED Shipyard, Наверное, здесь у нас что-то тут здесь будет, уж больно территория такая интересная. Большая, много всего, да, тут наверняка что-то будет. Не может не быть. Ну, это стоянка, и тут у нас что? Да вроде как ничего и не видать. Кстати, мне тут уже поступило предложение от Палыча, с которым мы все время играли в Майнкрафт, потом опробовать онлайн GTA 5. Хорошее предложение, я считаю. В смысле? Вы отстанете от меня или нет? Так и гоняют ведь за мной, сволочи. Сделайте вид, что меня тут нет. Пожалуйста. Я вас очень прошу. Потеряйте меня уже. Одна звезда всего. Что тут стоит? Видите? Чего, блин, как дети мало. Ну, свали. Вот, идея отлично. Тут в целом неплохой набор машинок. Хотя она и медленная. Медленноватая. То есть, конечно, стартует с пробуксовкой, но, в общем-то, и на этом все. Так, давайте-ка мы теперь поедем вот сюда. Вот сюда. Ну, а в следующем... Ладно. Конечно, надо бы это все обследовать, но никак что-нибудь полезное валяется, интересное, 100%. Да и по-хорошему надо карту брони посмотреть, где-нибудь тут в городе должен быть бесплатный броник. Собственно, мне Палыч тоже писал в свое время, что, мол, он знает, где он лежит, но не знает, как мне объяснить. Вот я тоже думаю, действительно, как тут объяснишь. Названием улицы, блин. По-хорошему, да, нужно в городе какое-то место одно выделить, посмотреть его, специально найти. Просто, блин, видите, вот опять все деньги профукал. Фух, я думал, опять в меня стреляют. Но, слава богу, нет. Да, конечно. Это ж не за мной гоняться, блин. За мной это сразу машина 4, а тут такая... Скоростная погоня, что прям, ух ты, нифига себе, зданица. А что это тут такое?
Кстати, если я ничего не путаю, где же в этом в аэропорту, говорю? В порту. Насколько я опять же помню. Тут стопудово будет какая-то миссия, уж блин, прям место прям подходит. Так вот, где же в порту в Сан-Андреасе была. А, подожди, нет, военная организация была не в порту, она была в другом городе. Ну, этот корабль с авианосец стоял в портовой части. Так, и вот у нас, собственно говоря, вот... Ох, нихрена себе, он мне забульбенил проезд. Ну, здесь сто пудов что-то будет. Точно, здесь что-то будет слишком интересно. Так, а нафига мне этот правильный проезд? Когда есть неправильный. Серьезно? Чувак, проезжай. Ну ладно. На парочку правильных всегда найдется один-два неправильных. Вообще, вот какой-то контейнеровоз стоит, довольно здоровый. Извини. Не хотел тебя напугать, не волнуйся. Так. Вау. О, интересное кино. Ток не застревай, я тебя очень прошу. Так. Эх, сейчас вырулим. Давай, корешка. Вот так. Тише. Так, ну вроде охрана не стоит. Так, это можно отключить. Контейнеровоз. С кранами. Ха-ха. Прям место для гонок. Чем довольно неплохое. Там уже у нас дикие территории. Дикие территории. Тут какой-то корабль. Дейзили. Не, тут сто пудов какие-то задания будут. Не может не быть. Слишком тут много всего. Кораблей этих территорий. Да, тут 100% что-то будет. Может, сам дурак. А вот, собственно, и кран. Движущийся. С лестницы прошу обратить ваше внимание. Так, что тут у нас? Ну, в общем-то, мы все и объехали, да? И вот у нас, по сути, остается только вот эта территория. Ай да, туда рванули. Тоже ее быстренько прокатаем. Прокатуем. Ой. А это я, кажется, не сократил дорогу, да? Ну, упс. Тыкс, да подвинься ты, ёшкин кот. Что-то какой медленный, кошмар какой-то. О, да. Аж следы от фар остаются. Ну, прям понты, ну ты что? Жалко, спидометра нет в этот момент. Смотреть вообще, как он. Вождение почти максимум, кстати говоря. Какой-то крипекс. Кипресс. Ну ладно, кипресс. Пусть будет кипресс, я не против. Блин, он главное... Он успевает показать кусочек карты. Туман не успевает прогрузиться. Забавно. Там чего? Уж какие-то интересные территории. Блин, тут столько всего тут. Тупо вот лазить, да? Знаете, вот... В Dying Light бы эту территорию, ей-богу, а? Вот просто если бы персонаж был именно как персонаж Dying Light'а... То есть... Шустрый, быстрый, лазящий везде, как говорится, с этой кошкой и так далее. Я бы этот город, что называется, вдоль и поперек, туда и сюда. Я бы его осмотрел.
Это точно. Здоров, чувак. Нефть добываете? Какой кошмар. Как вам не стыдно? Прекращайте этим заниматься. Почему? Не знаю. Займись лучше добычей зефирок. Так, ну чё? Хотя стоп. Если посмотреть направо, там как будто еще есть какая-то территория. Ой. Ну давайте посмотрим направо. Твою мать! Ну тут скорее всего как тогда с Тревором, да. То есть территория есть, но фактически толку с нее никакого. Тихо. То есть с одной стороны, да, прикольно, да, она есть. Но как бы на этом ее достижения заканчиваются. Ну а чё тут? Охотой тут даже и не пахнет, тут даже животных нет. Обратите, кстати, внимание. Тут даже нет животных. Ну ладно, какие-то бабочки летают, окей. Ну сейчас быстренько объедем тут. Кстати, у меня возникла мысль. А что если нам попробовать Франклином удрать с той базы? А нет, вот животные, пожалуйста. Кролики. Ну ладно, кролики все-таки. Я только хотел сказать, а нафига его... Почему я этого одного кролика упоминаю во множественном числе? Нет, 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 фу. Плохая машина. Франклин, дурак, выходи. Ну, просто как бы все. Тачка потеряна. Немножко обидно. А, ну, сказать, выносливости немножко не хватает. Так. Ну, блин, до той территории далеко, черт побери. Это вот сюда. Блин, не хочу. Алекс, так, у нас есть Франклин и Эль. Эль это у нас... А, у нас еще П есть. Давайте Пэшку выполним. П это у нас этот, по-моему, как его? Вроде как фотограф. Я не уверен. Короче, это не сюжетное. Так что надо его выполнять. Сюжет от нас никуда не денется. А вот выносливость покачать надо. Вот мы ее сейчас и качнем. Я лучше с этим буду. Он с этим, как его, с глушителем. Да ладно, у него даже кастета никакого нет. Хе-хе, неожиданно. Текс. Ну, бежим дальше. Сам дурак машину потерял. Да тише, ты чё, Франклин? Ну-ка. Ну что это за текстура вот здесь именно нашлась, блин? Ты чего? Я слышу то ли вертолет, то ли машину. Звук есть. Франклин майот. Уж извините, но я не мог не протестировать. Попал. Птички, пиксельные птички хана, а мы продолжаем наше движение. Эх, что за Тревора, что за Франклина, вечно в каких-то бибинях. Ладно, хоть тут змеи не водятся. Кстати, недоработка, как по мне. А что? Тигр же тут есть. Он сам на меня напал. Так. Вот так вот. Только я вспомнил больших кисок и на тебе. Интересно, от нее уйти можно? Кстати, вот вопрос. О, тень. Моя тень.
Уи. Мотоцикл, стой. Ах ты ж, ё-моё. Слонобой надо было брать. Обидно. Но это же был мотоцикл. No. Кстати, вопрос. А моя машина, она так и все? Слушайте, похоже, да? То есть у меня тачку угнали, и все, зеленой машины больше нет нигде. Да ну нифига ж себе. Чё, а может второй гараж проверить? Кстати говоря. Кстати, да. А, проверю его сейчас. Три раза, блин, денег-то нет. Нищебродс. Так, ну этот грузовик мы уже видели. Он нам не интересен. Здорово, парни. Закурить есть? What's up, bro? Whatever, man. You must want me to call the cops. Ты че? Тебе дам копы. Подошел поздороваться. Сразу копов вызывать. Хе-хе-хе. Недалеко уехал. Стой. Стой, дырка жопная. Не повезло тебе, чувак. Уж извини. Не догонишь. А у этой способности. Блин, надо еще у Тревора посмотреть. У Тревора, у этого. Майкла, Малькольма, как он там правильно. Его способность посмотреть. Тревор-то я помню, он этим становится непробиваемым. Вот что делает наш другой товарищ, я уже не помню. Но, видите, вот эта способность, она. У нее, скажем так, есть один серьезнейший недостаток. Да. Вот именно такой. Нет, конкретно этой способности она немножко, ну, не нужна, что ли. Ну, сами посудите, ну а нафига она здесь? То есть вот что? Где ее применять? Правильно. Особо негде. Потому что, ну а что? Ну вот только во время уходов от полиции. Но если ты не попадаешься полиции на глаза, то, в общем-то, тебе и уходить от нее особо не надо. Вот эти какая забавная штука. Ладно, посидим тут. Эх. А за мной уже едет кусок говна, да? Рьяный исполнительный. Прям за мной. Прям по этой самой тропке. Чтоб вас перекосаю. Ну, в общем, вы знаете, что с вами должно случиться. Нехорошие бяки. Упс. Блин, это реально гробовозка. Так, ну чё. Ладно, поехали, задание выполним. Для буквы П. Посмотреть другой гараж. Блин. Надо бы. Но у меня нету денег. Я нищеброд. К сожалению. Соусим. Так, надеюсь, это не внесут в список запрещенных песенок. Это было бы слишком забавно. Так, ладно, поехали. Чтоб тебе идрить твое в корень. Ой, да ладно вам. Как будто первый раз неадекватно дороги видеть. Прям все загудели, прям заистерили.
Кстати, у меня еще мотоцикл есть, да? Да вылазь. Давай, давай. Ты уж извини, но после того, что со мной случилось в пустыне, я немножко нервный и злой. Вот и угоняю мотоцикл налево и направо. Хотя это я так раньше делал. Да, ничего не изменилось. Так что пустыня — это все тухлая отмазка. Че, уже? Прикольно. Будильник уже сказал свое ква. Ну, давайте сейчас хотя бы до точки доедем. Брать, естественно, задание не будем, просто доедем до точки. Да. В общем, как я уже миллион раз говорил, повторю, наверное, еще миллион раз, байки здесь — это просто мечта. Насколько они были хороши в предыдущих частях, но здесь это просто вау. К реализму не имею, этот вау не имеет никакого отношения, но все равно. Так, перекурчик, и потом продолжим.